Авария с участием двух транспортных средств произошла по дороге в Красную Поляну в Адлерском районе. По свидетельствам очевидцев, водитель «Мерседес» выехал на полосу встречного движения и протаранил «Ниву». От сильного удара отечественный внедорожник перевернулся на бок. По предварительным данным, в результате ДТП никто серьезно не пострадал. Трагическая авария произошла на Краснодонской возле остановки ЗСМ в Центральном районе. По предварительным данным, у мужчины автомобиля марки «Део Нексия» при движении случился инсульт, от которого он сразу же скончался. Неуправляемый автомобиль продолжил движение и вылетел за ограждение в кювет. На месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции, следователи и медики. На перекрестке улиц Чемпионов и Континентальный проспект федеральной территории «Сириус» сбили мотоциклиста. По свидетельствам очевидцев, водитель автомобиля марки «Киа» при повороте налево допустил столкновение с двухколесным техсредством. О пострадавших неизвестно. Обстоятельства произошедшего выясняются. В дежурную часть отдела полиции Центрального района ОВД по городу Сочи обратился 35-летний местный житель. Мужчина пояснил, что из подвала его дома пропали 69 графических процессоров для майнинга. Сумма ущерба составила около 5 миллионов рублей. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и установили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый. В результате был задержан ранее судимый 32-летний приезжий из соседней республики. В настоящее время похищенное имущество изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено владельцу. Следственным подразделением ОВД по городу Сочи в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.